Заняться лыжным спортом недалеко от дома теперь могут жители Выи. В парке Народный наряду с дорожками, которые облюбовали ценители скандинавской ходьбы, появилась лыжная трасса. В управлении по физкультуре и спорту отмечают, она предназначена как для классического, так и для конькового хода. Новую площадку уже оценили ученики гимназии номер 18, которые теперь регулярно выходят в парк Народный для занятий физкультурой. Здесь места очень много, можно сделать две лыжни, поэтому может разойтись и два класса, и три. Очень хорошо. Площадочка ровненькая, без всяких особых спусков, подъемов. Также к нам сюда приходят жители, катаются вместе с нами, бабушки приходят прямо во время урока и катаются с нами, дедушки, пожалуйста. Нам очень нравится здесь. Свежая лыжня требует дополнительной обкатки. Специалисты в ближайшие несколько дней продолжат работы по укреплению трассы. Также известно, что дорожным службам дано распоряжение не пользоваться снегоуборочной техникой на территории парка, чтобы сохранить зимний спортивный объект как можно дольше.